Выставка фотографий и рисунков, посвященная трагедии 20 января, состоявшаяся в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте, наглядно продемонстрировала участникам памятного мероприятия события 28-летней давности в Баку. Присутствующим подробно рассказали о том кровавом дне. Мы и наше будущее поколение должны знать и всегда помнить свою историю. У народа, который забывает свою историю, у государства, которое не чтит свою историю, нет будущего. На пути к своей независимости Азербайджан преодолел немало трудностей. Сегодня героизм азербайджанского народа – пример для всего мира. Об этом собравшимся сказал посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев. Он также отметил роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который дал справедливую политическую оценку кровавым событиям 20 января 1990 года. Представители узбекской общественности выразили соболезнования азербайджанскому народу и государству, подчеркнув, что, несмотря ни на что, Азербайджан сумел обрести свою независимость. События, произошедшие 20 января 1990 года в Азербайджане, это не только утрата всего азербайджанского народа, но это и утрата всего мира. Когда военные, которые призваны защищать свой народ, идут против мирного и безоружного населения, это ужасно, так как военные должны защищать свой народ. В завершении памятного мероприятия прозвучал реквием, после чего присутствующие смогли ознакомиться с книжной выставкой об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Мехрибан Касумова, CBC.